Значит, сегодняшний доклад будет посвящен планируемым на 2012 год экспедиции, трансроссийской экспедиции от Балтики до Японского моря. Экспедиция, которую условно можно назвать по-разному. Один из рабочих вариантов — от острова Русский до острова Буян. Те, кто знает географию, поняли, что остров Русский — это один из форпостов России на Дальнем Востоке, находится в Японском море. Остров Буян находится, тот самый Буян, воспетый Пушкиным, сказочный, находится в Балтике. Планируемое время экспедиции 1,5-2 месяца в июле-августе 2012 года. Принять участие в этой экспедиции, точнее серии экспедиций, может почти любой человек, почти просто потому, что для участия необходимо, ну, хотя бы какое-то минимальное желание и минимальные возможности. Значит, помимо участия в полной программе экспедиции, можно принять эпизодическое участие в одной из, в одном из фрагментов этой программы или этой серии экспедиций. Значит, сначала я вам покажу несколько иллюстраций, имеющих прямое отношение, предыстория к этому проекту, и потом плавно перейду к самому рассказу. Значит, в принципе, я готов в сегодняшнем докладе рассказать и еще об одной теме, но не хотел одной темой перебивать другую. Первая тема касается итогов в космопоиске 2011 года. И, соответственно, что мы сделали очень бегло, я сейчас скажу. И потом, просто благодаря тому, что у меня ноутбук под рукой, я перейду к иллюстрациям, касающимся этого проекта. Значит, я показываю сейчас несколько карт. Это состояние космопоиска по состоянию на 2011 год, еще не закончившееся, но мы сегодня проводим полевой съезд закрытия полевого сезона, поэтому в какой-то степени, можно сказать, почти закончившееся. Значит, это карта мира, которая показывает активность космопоиска в той или иной стране, которая в какой-то степени характеризует нас с положительной стороны, ну, особенно в местах, где мы относительно активны, но с другой стороны ставит знак вопроса, почему мы не активны в других странах, потому что в идеале, сами понимаете, наша эффективность нашей работы зависит еще и от того, что мы, может быть, от того, насколько мы охватили максимальную территорию по нашей работе, по экспедициям, по сбору информации и так далее. Значит, ну, я не буду здесь тыкать пальцем на отдельные страны. Сразу скажу, эту карту можно будет, я вывешу в интернете. Значит, красным здесь показаны страны, регионы, где космопоиск наиболее активен, где проводятся экспедиции, где проводятся полевые сборы, где группы находятся в рабочем активном состоянии. В оранжевом показаны страны, где эта активность, ну, так сказать, ниже среднего, где отдельные экспедиции или отдельные акции. И желтым показаны страны, где в этом году, я подчеркиваю, это карта состояния 2011 года, успехи 2010 и более ранних годов здесь, как бы сказать, не учитываются. Поэтому пусть там жители этих стран и, самое главное, участники групп, там, допустим, Франция космопоиск или Испания космопоиск и других стран, которые здесь показаны как слабо активные, пусть не обижаются, если они проводили экспедиции в прошлых годах, нисколько, так сказать, не умаляю их достоинства. В данном случае это состояние на сегодняшний день. Я эту карту показываю, анализировать ее можно много, но главный вывод, я думаю, бросающийся в глаза,
Хотя мы охватываем территориально значительную часть территории земной суши, тем не менее, как бы еще у нас есть повод, повод задуматься и планы построить на то, чтобы активизировать свои действия в других регионах. Значит, сейчас перейдем к другой карте. Это другая карта, тоже имеющая отношение к уходящему 2011 году. Сейчас мы немножко ее приблизим карту России, где показаны отдельными точками не отдельные экспедиции. Экспедиций было много в космопоиске. Ну, если вместе на одной карте, такую карту я еще не сделал, указать все экспедиции региональных групп и общие экспедиции, то получится очень много. Я здесь указал красным только чтение космопоиска, которые проходили в этом году в разных местах, а зеленым указал только полевые съезды. Вот в том числе, ну так, чтобы было понятно, что здесь каждая отметка что-то означает, в том числе, например, зеленым здесь показано место, маленький кружок, это полевой съезд, который, на котором мы сейчас находимся. Кружок побольше, это полевой съезд Первомайский. Есть чтение космопоиска, в этом году проходили в Москве, в Подмосковье, в Твери, в Петербурге, в Ленинградской области. Встречи и доклады проходили в Нижнем Новгороде. Вот сейчас, в данный момент, чтения проходят в Стерлитамаке, к слову сказать. Мы, так сказать, об этом, может быть, чуть позже поговорим. Планируется еще, здесь уже показан, как проведенный в этом году, но в конце ноября планируется мероприятие провести в Красноярске. Полевые съезды, самый крупный по количеству людей, проходил в Южном округе. На втором месте общий съезд здесь, в Подмосковье, на Шатурских озерах, на Первомайские праздники. Здесь показаны полевые съезды в Беларусь космопоиск, Украина космопоиск, полевой съезд Урал космопоиск, Нижняя Волга, Петербург, Северо-Запад космопоиск и так далее. То есть, иными словами, нам есть чем гордиться, мы не сидели этот год сложа руки, но несложно догадаться, все наши основные наши мероприятия, они тяготеют к европейской части, хотя отдельные фрагменты Стерлитамак, Башкирия, Челябинская область, Красноярский край, это Зауралье, это Сибирь, но тем не менее понятно, что мы внимание к этому обширному региону оказываем явно недостаточное. И в этой связи я напоминаю сначала о проекте, который проходил у нас несколько лет назад. Сейчас, секунду, внимание. Этот проект включал в себя проведение большой экспедиции трансевропейской. Этот проект, эта экспедиция проходила несколько лет назад, в год 60-летия Победы. И тогда мы решили пригласить всех желающих. В общей сложности набралось 1,5 десятка человек, которые готовы были пешком или автостопом, любым способом, но не самолетом, не поездами, пересечь всю Европу от Урала и до Атлантики. По пути мы проводили полевые съезды, встречи с местным космопоиском в Европе, проводили экспедиции разведки. И вот здесь очень тезисно показано, показан ареал нашего, так сказать, внимания, где мы встречались,
Мы стартовали в Москве, проехали до Урала, до границы Европы и Азии. И здесь у нас проходил съезд «Урал-Космопоиск» в 2005 году. Потом мы через несколько стран, вот те страны, которые были охвачены, здесь показаны желтым цветом. Потом проехали через 14 стран, встречались в основном в Германии, были встречи с Германией «Космопоиск», Францией «Космопоиск» и Испанией. Проводили экспедицию в Испании, где встречали солнечное затмение, занимались измерениями. После этого посещали, картировали пещеры, после этого посетили еще несколько мест. Но так или иначе, здесь, я думаю, что легко увидеть весь маршрут нашего движения и те места, где мы принимали участие либо во встречах с местным космопоиском, либо в разведках или экспедициях, то есть полевых исследованиях. Общая длина этого маршрута составила 14 тысяч километров. Этот пример, который я показываю, прошлый пример, на самом деле я показываю только для того, чтобы было понятно, что в принципе такие грандиозные и трудные достаточно задачи, во многом трудные, они нам по плечу. Специально такую оговорку делаю, потому что то, что я предлагаю на следующий год, еще тяжелее, еще, может быть, фантастичнее, может быть, но, с другой стороны, интереснее. Значит, я показываю схему предполагаемого маршрута экспедиции сначала на мировой карте, ну, конечно, сейчас приближу, поскольку в основном мы будем ориентироваться только на карту России. Точнее, почти только на карту России. В отличие от предыдущей акции, маршрут в данном случае пройдет по двум странам, по России и Казахстану. И, возможно, третья страна, это вопрос сейчас обсуждается, возможно, третья страна – Китай. Значит, но вот это прибавление третьей страны, разумеется, сразу повлечет за собой много сложностей, в частности, требования к загранпаспортам, к визам и так далее. Вот организационных сложностей. Если их удастся нам решить, то, соответственно, будет экспедиция по трем странам. Если не удастся решить, то более упрощенном варианте, не требующем никаких документов, кроме гражданского паспорта. И поэтому такой вариант, так сказать, более демократичен и, наверное, будет более массовый. Но в любом случае речь идет о достаточно большом маршруте, который больше на четверть, чем тот маршрут, который я показал. Если предыдущая акция была длиной 14 тысяч километров, то этот маршрут занимает 20 тысяч километров. Ну, для знатоков, знают эти люди, что 20 тысяч километров – это половина расстояния по экватору или расстояние от северного до южного полюса. То есть, иными словами, это весьма-весьма немалое расстояние. Значит, что предполагается сделать? Глобальная задача состоит, разумеется, не в спортивном. Это не спортивное мероприятие. Это не акция, кто первым доберется до финиша. Это не гонка на выживание. Хотя в результате получится и первое, и второе, и третье. Но на самом деле изначальная цель провести акцию, которая бы позволило больше, во-первых, объединить наших единомышленников, коллег по всей России, особенно на ее восточных рубежах, которых по понятным причинам мы редко видим, они нас редко видят и чувствуют себя в этой связи. Сейчас, извините, маленький тайм-аут, кто-то нам звонит из опоздавших. Маленький перерыв. Значит, вернемся к планам этой экспедиции. Значит, всего расстояние, которое предполагается проехать в этой экспедиции, 20 тысяч километров.
Из этих 20 тысяч километров 10 на поезде и 10 автостопом, на перекладных, электричками, пешком, ну, кто сможет на автомобилях и так далее. Соответственно, поездом на восток, обратно своим ходом на запад. Значит, главная сверхзадача этой экспедиции не спортивная, главное объединение уфологов, исследователей, энтузиастов, поисковиков, людей, интересующихся, проведение, я говорю через запятую, проведение полевых съездов космопоиска во всех регионах страны, по крайней мере, восточных регионах. И третья задача – проведение нескольких экспедиций, в том числе и массовых, на Дальнем Востоке. Вот перечислением этих экспедиций и этих встреч я сейчас и займусь. Но перед этим скажу очень важную вещь. Поскольку фактически мы можем говорить об этой акции как об одном мероприятии, поскольку мы можем говорить об этой акции и как об одном единственном мероприятии, но и одновременно как о целой серии мероприятий, экспедиций и встреч. Поэтому все, кто меня слушает, пожалуйста, относитесь к этой идее, к этому предложению не как к предложению, или вы поступаете вот в точном соответствии, как я скажу, либо вы проезжаете весь маршрут под нашим чутким руководством, либо, если вас это не устраивает, так сказать, вы никак не принимаете участие. Нет, есть огромное количество вариантов, начиная от самого простого. Вы просто можете прийти к поезду, где, когда мы будем проезжать в поезде Москва-Владивосток, и пусть там в течение получаса, но все-таки можем на платформе вашего вокзала решить какие-то вопросы, сфотографироваться, там, обменяться какими-то данными. Люди, наши группы, мимо которых мы будем проезжать, я призываю вас к моменту нашего прибытия приготовить хоть какие-то материалы по проделанным экспедициям, то, что не хочется пересылать по почте и нет возможности привезти самому. Можно и в электронном виде, и в бумажном виде. Можно и пирожки принести, можно и просто прийти сфотографироваться. То есть, иными словами, любые варианты приветствуются. Мы будем рады вас видеть в любом случае. Но поскольку по пути туда поезд будет стоять все-таки не больше получаса на каждой станции, ну, максимум там около часа максимальная остановка, это будет один вариант встреч. А вот на пути обратно встречи и экспедиции уже будут долгими, от суток до нескольких суток. И вот тут мы приглашаем и местных жителей, и всех остальных добровольцев уже принять участие и в этих экспедициях. Маршрут туда и обратно частично повторяет друг друга. Но только потому я максимально хотел эти два маршрута разделить друг от друга по расстоянию, ради того, чтобы охватить максимально большее количество регионов. Но, к сожалению, из-за того, что железная дорога и автомобильная у нас на Дальнем Востоке проходят близко друг от друга, к сожалению, это не всегда можно сделать. Но, тем не менее, вот сейчас с описания маршрута я, собственно говоря, и начну. Значит, предполагается, хронология этой экспедиции предполагается такой. Примерно на первомайские праздники, то есть примерно в начале мая, когда, как вы знаете, пройдет очередной съезд космопоиска где-то в центральном регионе России, ну, скорее всего, в Подмосковье, на первомайские праздники будет решен вопрос о списке тех, кто принимает участие во всей экспедиции. Значит, то есть часть людей, небольшая часть, это действительно наверняка самые смелые, самые отважные, не только самые смелые и самые отважные люди, но также те, кто
готов пожертвовать полутора-двумя месяцами своей жизни, у которых нет проблем с отпусками на столь долгий период, с каникулами. А время, как вы догадываетесь, июль-август выбрано исключительно исходя из того, первый критерий, исходя из того, что, чтобы было удобно нашим уважаемым студентам. Потому что в другой, любой другой месяц выбрать два свободных месяца у молодых людей невозможно. Поэтому, чтобы этим людям не бросать работу, вот и выбрано июль-август месяца. Что касается рабочих людей, то тут, что называется, мне с одной стороны помочь им нечем, кроме сочувствия, если их не отпустят в отпуск на два, на полтора-два месяца. С другой стороны, еще раз говорю, эти люди смогут принять участие в части маршрута. Значит, так вот, возвращаясь к хронологии. В начале мая я собираю список тех людей, которые едут на всю часть маршрута. Собираю деньги на поезд. Предполагается, что поедет, наверное, по моим оценкам, поедет от 6 до 10, может быть, чуть больше людей. Мы закупаем за 45 дней до отправления, закупаем места в вагоне так, чтобы мы были близко. Поскольку ехать поездом 7 суток, это имеет огромнейшее значение, чтобы мы не бегали из вагона в вагон друг к другу в гости, а жили все вместе. Централизованно покупаем билеты. И за 45 суток до отправления. После этого мы объявляем дату отправления этого основного ядра экспедиции. И, исходя из этой даты, объявляем время и даты всех встреч и всех мероприятий на всем пути следования. Только после этого. Значит, после этого все, в принципе, еще не поздно для тех, кто колеблется, вплоть до последнего дня, если хотите принять полное участие в этой экспедиции, купить их, если не в тот же вагон, то хотя бы в тот же поезд билет. Ну, пусть вы будете ехать в соседнем купе или в соседнем вагоне, но все равно вместе. А потом в процессе, может быть, даже поменяемся местами, и вы сядете ближе. Но в любом случае, ну, мне нужен костяк. Несколько человек, которые гарантированно поедут, чтобы взять сразу несколько плацкартных мест в одном месте. Для того, чтобы быть уверенным, что, по крайней мере, эти люди поедут. Если эти люди поедут, я уверен, что постепенно наберется и большее количество людей. Значит, для того, чтобы доехать до Владивостока, есть разные возможности. Есть разные поезда. Всего есть три поезда Москва-Владивосток. Один поезд дорогой. Это поезд «Россия» номер второй. Его мы не рассматриваем из-за, так сказать, дороговизны. Третий поезд самый дешевый, почтово-багажный. Но его я тоже не рассматриваю по причине того, что он идет очень неудобно. Средний поезд занимает самый оптимальный такой ценовую нишу. Это поезд 240-й, кажется, по номеру. Значит, он идет, не пугайтесь, пожалуйста, он идет от Москвы до Владивостока 7 суток. Значит, ничего страшного, пусть вас это не пугает. Мы ездили с присутствующими здесь Сафроновым, Соленым и еще несколькими достойными людьми. Мы ездили в поезде, правда, максимально мы ездили 5 суток, но у меня от этого поезда сохранились самые наилучшие воспоминания, особенно в связи с тем, что мы не просто скучали в поезде, мы каждый день читали доклады друг другу, имеющие прямое отношение к цели нашей экспедиции. Мы ездили от Москвы до Бодайбо на поезде Москва-Тында 5 суток. Каждый день выслушивали лекции, каждый день у нас были семинары,
практические занятия, вот в том числе были практические занятия, например, по вязке узлов. Вот, в этот раз, я вас уверяю, те, кто поедет, тоже не будет испытывать много свободного времени. Ну, время, конечно, на выспаться в поезде будет, но скучать там вряд ли придется, потому что распорядок дня будет таков, что на каждой крупной станции мы будем выходить к перрону, и я надеюсь, что к нам будут подходить на этих крупных станциях наши товарищи, по крайней мере, в ряде мест это гарантировано. То есть я уверен, что к нам подойдут люди во Владимире, мы будем проезжать. К слову сказать, сейчас я и прочитаю города, которые мы проезжаем, который проезжает поезд Москва-Владивосток 240-й. Он идет мимо Владимира, Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, Космопоезд, напрягитесь, приходите к нам навстречу на перрон обязательно. Город Киров, где тоже наши коллеги нас, надеюсь, будут ждать. Город Пермь. Мы будем проезжать Эмский треугольник мимо Кунгура. И я думаю, что ночью, это происходит ночью, я думаю, что ночью дежурные по вагону, я имею в виду наш дежурный, у нас еще будет и дежурство, будет наблюдать в сторону Эмского треугольника. Потом Екатеринбург, Космопоезд, Тюмень, Космопоезд, Ишим, Омск, Космопоезд, Новосибирск, Космопоезд. Я думаю, что наши новосибирские коллеги уж наверняка придут с нами повидаться. Красноярск. Недалеко от Кемерово проедем, но железная дорога не заходит в этот славный город. Иркутск, Космопоиск. Далее вдоль Байкала. Далее, ну, мелкие поселки, я надеюсь. Там у нас далеко не везде есть наши единомышленники, есть наши группы. Но я надеюсь, мы будем видеть и просто интересующихся людей, которые в любом из этих далеких, заснеженных, пардон, дело происходит летом, далеких поселков будут приходить нам в гости. Хабаровск. И, наконец, через 7 суток, я надеюсь, тут, если кому видно, обратите внимание, здесь время показано, время движения, время встреч показано условно x плюс, а дальше цифра. Цифра в сутках для ориентирования, чтобы нам знать, сколько дней после x, x это время отправления, дата отправления, чтобы нам знать, сколько дней нам потребуется на эту экспедицию. Так или иначе, в момент x плюс 7, то есть на 7-й день после отправления, мы прибываем во Владивосток. Это происходит, то есть, вероятнее всего, дата отправления будет в первую или во вторую пятницу июля. Почему так? Потому что, опять же, к этому моменту, я надеюсь, большинство студентов освободятся. Ну, если меньшинство освободится, если люди начнут просить чуть-чуть сдвинуть вот, в связи с чем-то веским время старта, конечно, мы это сделаем. Но пока ориентируемся на первую или вторую пятницу июля. Ну и, соответственно, через 7 дней мы прибываем во Владивосток, поезд прибывает рано утром, у нас весь день впереди. И во Владивостоке мы проводим полевой съезд или экспедицию, или разведку, что в результате получится и где будет проходить это мероприятие. Мы решим совместно с нашими владивостокскими коллегами. Естественно, мы принимаем в первую очередь предложения от местных жителей, то есть я не навязываю, что мы должны встретиться там, где я считаю нужным, потому что справедливо считаю, что местные товарищи наверняка знают гораздо лучше свой регион, и если они предложат встретиться в каком-то аномальном, загадочном, красивом, достойном месте, например, на горе Пидан,
или где-нибудь в районе Владивостокских подземных укрепрайонов. Очень интересные и достаточно исторические, интересные с исторической точки зрения места, то, разумеется, я считаю, мы пойдем навстречу предложениям со стороны. Если других предложений не будет, то, скорее всего, возможно, мы встретимся с владивостокскими коллегами на острове Русский. Значит, это название сейчас, наверное, все присутствующие знают. Он находится, этот остров, через пролив от недалеко от Владивостока. Сейчас к этому острову строят мост. Предполагается, что мост будет закончен. Ну, первоначально я встречал такое упоминание, что его закончат в мае месяце. И поэтому я считал, что к июлю мы как раз и проедем по этому мосту на остров Русский. То есть нам не придется пользоваться паромом, катером, в противном случае придется. Но сейчас вот последние данные, что этот мост закончит в июле 2012 года. То есть его закончат за день до нашего прибытия или через день после нашего убытия оттуда. Этого я сказать не могу, слово «в июле» достаточно расплывчатое, поэтому так сказать, вот так. Мост большой, интересный. Это памятник техническому гению и российским откатам. Потому что мост построен по таким чудовищным расценкам, что за те же самые деньги в Китае построили мост в 10 раз более длинный, чем этот мост. Вот это, так сказать, ну, как мост нашим бюрократам и как памятник нашим бюрократам и мздоимцам, он в любом случае подходит. Но нам нужен, собственно, не сам мост, нам нужен в данном случае остров Русский, который славен своей историей, который славен своими тайнами. И, в общем, и в целом, наверное, он, вне всяких сомнений, годится вот под определение одной из загадочных, один из красивейших островов России, тем более с таким названием, как бы символичным. Ну и кроме этого, в нахождении на этом острове, или по крайней мере на берегу Тихого океана, есть еще и множество других целей, задач. Ну и, может быть, в качестве шутки я могу предложить еще один девиз нашей экспедиции. Поскольку нас очень долго пугали проплаченные СМИ о конце света в 2012 году, а мы как раз и приезжаем, вся эта акция, глобальная акция с исследованием проходит как раз в год конца света, я, может быть, в качестве шутки бы даже назвал эту акцию так, вместо не конец света к нам пришел, а мы пришли на край Земли. Или как-то так. То есть вместо конца света край Земли. Если, так сказать, вам этот каламбур или вам эта замена приходится по душе, то я буду очень рад. Так что на краю Земли побыть, я думаю, что ощутить размеры нашей страны, размеры континента, мы все-таки на краю Евразии будем. А вернемся из Азии в Европу. В общем, оно того стоит, один раз почувствовать своими ножками нашу родимую 1/6 часть суши. Так вот, вдруг действительно будет конец света? Ну, если тогда вы получите два удовольствия сразу. На этот случай запасной вариант. Значит, о запасных вариантах мы как раз и поговорим. Но в случае, если случится конец света, считайте, что это бонус. Вы побываете и на краю света, на краю Земли, и на краю света, так что тоже говорят. И край Земли, и край света увидите, и конец света, так сказать, два в одном флаконе. Но если этого не случится, я имею в виду, если вы не увидите конец света, то, а я думаю, что вы его не увидите, то мы разворачиваемся и едем обратно в Москву. Значит, а вот дальше наш маршрут будет гораздо интереснее, чем туда. Туда комфортнее, я с этим нисколько не спорю. К слову сказать, я еще раз повторюсь по поводу распорядка.
Ехать нам 7 дней. Всего мы встречаемся по пути следования примерно с 15 городах. Примерно. Ну, где-то придут люди, где-то не придут, где-то мы ожидаем, что люди будут, они не явятся, ну, из-за того, что мы ночью проезжаем. Хотя мы будем выходить и ночью, то есть в любое время, то есть график движения поездов, в какой день, во сколько времени, по московскому времени мы будем проезжать в данный конкретный город, конечно, мы опубликуем. Поэтому, если жители любого города вдоль Транссиба увидят, что мы проезжаем ваш родной город, считайте, что мы вас приглашаем. Будем рады в любом городе от самого западного Владимира и Нижнего Новгорода до самого восточного Уссурийска и Владивостока, не говоря уже о таких замечательных станциях, как Ерофей Палыч, Хилок и прочие, так сказать, известные на Дальнем Востоке места, или малоизвестные. В общем, мы везде будем рады вас видеть. На всем протяжении, то есть на протяжении 7 суток, я думаю, что мы будем выслушивать доклады, в том числе и я буду читать доклады. Минимум, я предполагаю прочитать минимум 7 докладов по количеству суток. Каждый из докладов будет касаться той аномальной, загадочной зоны, того места, мимо которого мы будем проезжать в данный момент. То есть, например, когда на вторые сутки мы будем проезжать Эмский треугольник, город Кунгур, соответственно, обязательно запланирован доклад на тему Эмского треугольника. Когда на третьи сутки мы будем проезжать город Омск, предполагается доклад, посвященный этому региону, и так далее, вплоть до Владивостока. Кроме докладов по местности будут обязательно инструктажи, поскольку то, что случится на следующем маршруте, то есть от Владивостока до Москвы, без инструктажа туда никто допущен не будет, потому что это будет мероприятие, так скажем, настолько же тяжелое, настолько и увлекательное. Оно будет настолько тяжелым, что выдержать не все, сразу говорю. Поэтому, прежде чем решиться на весь маршрут, подумайте 10 раз. Значит, что касается хронологии. Вот мы остановились во Владивостоке. Закончили там встречу, закончили экспедицию, повернулись на восток, на запад. Ну, в Владивостоке мы для начала повернулись на север, потому что до Хабаровска ехать на севере. Но, как бы фигурально выражаясь, мы отсюда отправляемся на запад. И отсюда начинаются следующие 10 тысяч километров. Туда 10 тысяч километров на поезде и обратно 10 тысяч километров. Что такое 10 тысяч километров на машине или автостопом? Для тех, кто никогда как бы не ездил столь далеко, хочу сказать, что это испытание не для слабонервных. Средняя скорость передвижения в автостопе порядка 500 км в сутки. При этом не учитывается то, что периодически из-за непогоды, из-за всяких нехороших нюансов человеку не везет. Бывает усталость, бывает непредвиденные всякие моменты. Не хочется говорить о болезнях или иных каких-то эксцессах. В любом случае, их тоже надо, непредвиденные ситуации, закладывать на эти в эти расчеты. В любом случае, в идеале, в самом идеальном случае, движение автостопом от Владивостока до Москвы может занять время. Это время для ориентирования. 20 суток. Ну, то есть 10 тысяч делим на 500. При этом, естественно, на каком-то маршруте, я прошу, так сказать, не возмущаться профессионалов автостопа, которые обязательно скажут: а вот я как-то проехал за сутки там 700 километров, а вот я там 1000, а вот я 1500. Все верно. Абсолютно, это вы замечательные, профессиональные и так далее. Но на большом все-таки маршруте
Сегодня вам удастся проехать 1000, а завтра, извините, вы попадете в такую дыру, будет такой мерзкий дождь, что и так мало машин, что вас никто не возьмет, и вы проедете там 20 километров и будете счастливы. Поэтому исходим из среднего. Средний 500 километров. Соответственно, 20 дней, но к этим 20 дням мы прибавляем еще дни, которые мы проведем в экспедициях. Общее количество экспедиций, общее количество встреч определится, разумеется, в последний момент. Пока предварить то, что я вам сейчас рассказываю, это предварительный список, который может быть дополнен или изменен, пока время позволяет это делать. И я здесь, считайте, обращаюсь к вам, опять же, не с готовым рецептом, не с готовым приказом, который следует исполнять. Я сейчас обращаюсь к вам с предложением подумать, внести какие-то коррективы, какие-то дополнения, которые наверняка украсят это мероприятие. Тем более, над этим стоит подумать, что мероприятие, конечно, авантюрно во многом и интересно. И тем более, что вряд ли кому-либо из нас после этого захочется повторять его, ну, хотя бы раз в жизни. Один раз, одного раза, я уверен, большинству людей хватит просто за глаза. Но этот раз, один раз, нужно все-таки сделать так, чтобы было что вспоминать. Поэтому возвращаюсь к планам. Значит, вдоль Транссиба, вдоль автомобильной дороги, которую предполагается проехать, как мы будем ехать, я уже сказал, на чем угодно. У меня нет спортивного интереса вас как-то подстегивать или как-то награждать первых пришедших, или там как-то наказывать последних пришедших. Это, разумеется, как бы это не детский сад и не спортивный клуб. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы люди не задерживались, чтобы как-то мы компактно передвигались. Поэтому первое время от Владивостока, скорее всего, мы отъедем на север все вместе в электричке, так сказать, немножко разогреваясь, так сказать, не сразу из огня да в полымя. Ну, постепенно, там, где мы начнем выходить на трассу, это уже второй вопрос. Может быть, выйдя на трассу и почувствовав там что-то недоброе, там есть места не очень хорошие, скажем так, где проще было бы проехать этот маршрут на электричке, чем на автомобильном транспорте. Но этот вопрос, где проехать, каким способом, мы будем решать. Мы обсудим это и по пути следования туда, и по пути следования обратно. Поэтому это частности. В любом случае, тенденция такова. Мы выходим на трассу все вместе. В этой связи, к слову сказать, поскольку автостопом все сразу не уедут, ну, у нас есть опыт передвижения большими группами, и кто передвигался, тот помнит, что мы выходили все вместе, разбивались на пары, договаривались, кто стоит первый, кто второй, кто третий. А дальше, что называется, кого-то забирали первым, кого-то забирали вторым. И в конце концов все уезжали. Потом друг друга мы догоняли, перегоняли, махали руками из окна автомобиля. Где можно было, где позволяло количество мест в машине, мы подбирали тех, кто стоял на дороге. Где нельзя было, ну вот двухместная машина, едет 3 человека, включая водителя, мы могли только помахать руками. В этой связи, чтобы мы друг друга узнавали на дороге, конечно, нужно, чтобы все, ну хотя бы большинство поехавших, имели более-менее одинаковую форму. В том числе, но не только поэтому, предполагается, что в следующем году мы снова сделаем форму летнюю. Сделаем майки зеленые, ну, примерно такие, как в прошлый раз, и зеленые кепки. Это в том числе нужно и потому, чтобы, во-первых, издалека друг друга видеть на дороге, ну, потому что кто там стоит за полкилометра впереди, трудно разобрать. Но если вы видите зеленую кепку, зеленую майку, то, конечно, это свои, у вас есть 30 секунд, чтобы открыть окно и помахать рукой. Или объяснить водителю, что
ему следует остановиться, и вы конфискуете у него автомобиль, и дальше едете без него. Шутка. Значит, в том числе и для этого нужна форма. Так вот, мы выходим на дорогу, и дальше едем, движемся на восток. Есть несколько мест, мелких мест, где можно заехать, можно не заехать. То есть будут места, условно говоря, на усмотрение едущего. Места, где предстоит небольшая разведка. Или просто интересные места, где интересно зайти в музей. Ну, как, например, космодром Свободный, который находится здесь на Дальнем Востоке. Где, в общем-то, не обязательно собирать большое количество народу. И если вы едете на дальнебойщике, который везет вас гораздо дальше, вы подумаете, нужно ли вам сходить в данном необязательном месте или ехать дальше. То есть у вас такой выбор будет. Но есть места, где предполагается большой сбор. Вот среди таких мест, я сейчас специально посчитаю, сколько таких мест вообще пока показано. Раз, два, это зеленые большие кружочки. Три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, это достаточно много и достаточно интенсивно. И еще примерно десяток мест необязательных, то есть которые я рекомендую посетить, но совершенно не настаиваю на этом. Хотите, вам интересно, остановитесь. Не хотите, не останавливайтесь. Если вы остановили, посетили, сфотографировали, зарисовали, закартировали и других не дождались, ну, вернее, и другие еще не подъехали, можете не ждать. Это не обязательное место. Ловите машину, езжайте дальше. Кстати говоря, о машинах я еще оговорю специально. Я вовсе не настаиваю на том, чтобы ехать исключительно автостопом. Рассматриваются любые варианты. Если к нам присоединится владелец собственной машины, которому интересно проехать весь маршрут или хотя бы его часть, пожалуйста, будем рады. Причем даже при условии, если он никого на борт не возьмет и скажет, вот вы извините, у меня нет места. Если кто-то присоединится со своей машиной, но у него еще и будут места свободны, еще лучше. Если кто-то, например, купит на Дальнем Востоке автомобиль и захочет его перегнать на Запад, тоже, так сказать, против не будем. То есть, иными словами, любые варианты рассматриваются. Поэтому обращайтесь, присоединяйтесь и так далее. Так вот, возвращаемся по ходу движения. Первая обязательная встреча, кроме Дальнего Востока, где пройдет полевой съезд Дальний Восток Космопоезд, первая встреча у нас предстоит недалеко от Транссиба, где, по словам местных жителей, упал достаточно большой метеорит, и там образовалось две воронки величиной порядка 100 метров. Значит, там нас ждет местный житель, который обещает, ну, когда мы соберемся все вместе, я надеюсь, с нами, может быть, будет геолог, может быть, и не будет, но в любом случае опыт исследования воронок у нас есть. Нас встретит на Транссибе грузовая машина с кунгом, с лопатами, с инструментами, отвезет на несколько десятков километров в тайгу к этим воронкам, и мы постараемся их исследовать. После этого машина нас вернет на трассу, и, так сказать, по окончании этой замечательной экспедиции, сами понимаете, другого варианта, ну вот сейчас собраться и поехать ради этой воронки туда, ну, наверное, это было бы, ну, несколько расточительно. А по пути сделать такую замечательную экспедицию вполне нам по силам. И мы можем даже уже на этом этапе, да, даже не считая всего того, что будет дальше, смело сказать, что мы не зря съездили. Даже если мы докажем, что это не метеоритная воронка. А если докажем, то, я думаю, мы будем только рады. В любом случае, мы возвращаемся на трассу и движемся вдоль Бурятии, вдоль Читинской области. И третье место сбора, где пройдет полевой съезд данного региона,
Я надеюсь, туда приедут наши коллеги из Иркутской области и Бурятии. Это место находится на берегу Байкала в районе Слюдянки. К слову сказать, все места полевых съездов космопоиска, я надеюсь, что будут проходить, ну, по крайней мере, я так планирую, вблизи железной дороги и автомобильной, для того, чтобы максимально просто было и нам добираться до этого места, и другим людям. Вот Слюдянка, которая находится на южной оконечности озера Байкал, в этом смысле идеально, потому что от автомобильной трассы там несколько сотен метров до места, где мы расположим палатки, от электричек чуть больше, ну примерно столько же, и от Слюдянки до Иркутска идут прямые электрички, то есть иркутчане могут приехать и на электричке в эту Слюдянку. Ну а мы после пребывания на Байкале можем вернуться, можем двинуться дальше, можем сразу выйти на трассу, а можем сесть на электричку, так сказать. Все зависит от вашего желания. Следующая трасса, вернее, следующая цель нашего долгого, но интересного маршрута. Мы проезжаем, естественно, только уже в обратном порядке. Проезжаем Иркутск, проезжаем Кемерово, проезжаем другие замечательные города. И в районе западнее Новосибирска, место вблизи аэропорта Новосибирска, место замечательно тем, что там проходило в 2008 году, там проходил съезд Сибирь-Космопоиск, полевой съезд, там была экспедиция с наблюдением солнечного затмения. Место находится в непосредственной близи от электрички, и от автомобильной трассы, то есть, ну, как и все места, о которых я говорю. Я надеюсь, что здесь мы встретимся и несколько, пару дней как минимум проведем уже с нашими новосибирскими коллегами. Решим какие-то задачи, прочитаем, выслушаем доклады, ответим на все их вопросы. Я надеюсь, услышим ответы на наши вопросы. То есть, короче говоря, проведем полевой съезд, после которого исследователи Сибири и исследователи все остальные станут гораздо ближе. После этого мы трогаемся в путь дальше. И вот тут я обращаю внимание, я чуть-чуть западнее уже курсор проведу. И вот тут мы после Омска, у нас будет стоять дилемма. Если до этого момента мы далеко не отъезжали двигаясь по автомобильной дороге, далеко не отъезжали от железной дороги, то дальше пути резко расходятся. Это хорошо, потому что это позволяет нам побывать в большем количестве городов. И вот здесь у нас стоит дилемма. Либо двигаться на запад в сторону Челябинска сразу, только по российской территории, либо проехать даже более коротким маршрутом, как ни странно, но через казахскую территорию. Я думаю, что сам Бог велел нам двигаться вторым вариантом через казахскую территорию. И в районе казахстанского города Петропавловск, население в основном русскоязычное, провести ежегодный полевой съезд Казахстан-Космопоиск. Значит, на берегу одной замечательной речки в пригороде Петропавловска. Естественно, надо постараться сделать так, чтобы на этот съезд помимо нас явились наши коллеги из Казахстан-Космопоиск. Ну, кроме них, чтобы приехали жители этих мест славных, интересующихся и просто любопытные. И одним словом, мы будем рады видеть всех. Основная задача, как вы догадываетесь, это этого не столько нам самим увидеть Казахстан,
Я думаю, что это тоже неплохо. Сколько немножко, а то и хорошо активизировать работу наших коллег в этом регионе, которые, ну, видимо, считают себя оторванными от нас и поэтому не слишком активны, так скажем. Давайте покажем им пример. После этого, покидая гостеприимный Казахстан, я надеюсь, что он гостеприимный. Вот. Мы... Чтобы сказать, по последней информации, там таможни вообще убрали, и границы там проходят вообще очень просто. Ну, там я чуть-чуть. В довершение того, что сказал Василий, еще добавлю. Разумеется, я продумываю запасные варианты. То есть, если, предположим, какой-то негативный сценарий, вдруг выяснится, что вдруг на границе ужесточились, черт бы побрал и проклял бы все эти границы. Но если мы узнаем, что по каким-то причинам ужесточились правила игры и не стоит пересекать границу, есть запасной вариант объехать этот участок. Поэтому, в принципе, план Б по каждому из участков маршрута есть. Поэтому, ну, что называется, подробности про план Б, конечно, можно долго объяснять. Но сначала я говорю план А, условно. То есть, как хотелось бы сделать в идеале. Значит, в идеале мы проезжаем гостеприимный Казахстан, едем через замечательный город Курган, куда не ступала нога уфолога, уфологических групп активных, по крайней мере, в этом городе, по какой-то феноменальной, это один из немногих городов белых пятен на территории России, где почему-то никогда вот не было уфологических групп, для меня это загадка. Я надеюсь посмотреть в глаза этим замечательным людям. Я уверен, они ничем не хуже нас, но, наверное, просто они стесняются. Да, спасибо за подсказку. В общем, мы едем через Курган, останавливаемся мы там или проезжаем его быстро, пока не знаю. Это, так сказать, мы решим чуть позже. Но после этого мы въезжаем в Челябинскую область, и вот там мы встречаемся уже в месте, где многие из нас были, где традиционно проходят съезды, полевые съезды Урал-Космопольск. Это место находится буквально рядом с трассой. Это Садка. Это лагерь, где проходит, ну, не, может быть, не каждый год, но часто проходит не только полевые съезды Космопольска, но и криптозоологические экспедиции. Это место, где видят, иногда видят непонятных животных. Ну, одним словом, здесь есть и научная цель, как и в других местах, и научная задача нам будет. И в этом месте соберутся наши многочисленные коллеги. Это, скажу сразу, это место, может быть, единственное, где полевые съезды уже проводились. Второе место, где единственный раз, здесь не единожды проходили, второе место, где уже один раз проходил такой съезд, это место под Новосибирском, про которое я говорил. Значит, ну, через некоторое время, через несколько дней, то есть предполагается, что кто-то из автостопщиков или передвигающихся на машине придет раньше условленного срока, то есть на каждое место встречи будет еще и дата встречи. Я буду стараться объяснить местным товарищам, чтобы они приезжали на место встречи заранее. Для того, чтобы подготовить дрова, костер, кашу, чай. И вести наблюдение, измерения. И просто ждать людей с востока. Кто-то приедет раньше срока. Ну, особо, так сказать, автостопщики тем, которым особо повезет. Кто-то опоздает раньше самого позднего срока. Такие варианты тоже могут быть. Поэтому, не ориентируясь на первых и на вторых, я скажу, скорее всего, так, что в каждом месте полевого съезда мы будем просить местных товарищей, чтобы они приезжали пораньше, то есть там за пару-тройку дней до условленного, до часа Х, до часа Ч. Час Х – это время старта. До даты час Ч, это дата полевого съезда в каждом из этих мест. Чтобы они приехали пораньше, подготовили место и просто ждали людей. Люди будут приезжать, естественно, уставшие. Им захочется отдохнуть, помыться.
попить чаю, постираться и так далее. И я надеюсь, так сказать, в каждом из этих мест им это удастся. Очень на это надеюсь. Вот. Но и после того, естественно, постепенно народ с Востока соберется все вместе в условленном месте. Кто-то, возможно, опоздает, но в определенный момент, ну, может быть, дождавшись всех, может быть, не дожидаясь, по принципу отстающего не ждут, потому что нас ждут в следующем регионе, мы покидаем это гостеприимное место, едем в следующее. И на пути нашего следования последнее, ну, по крайней мере, на этом маршруте, последний полевой съезд пройдет в Татарстане, где, я надеюсь, пройдет полевой съезд Приволжского округа, недалеко от Казани. И здесь активную роль, я думаю, возьмет на себя группа «Казань-Космопоиск», которая подготовит место. Я думаю, скорее всего, это место будет на берегу Волги, матушки. Ну, если они предложат другой вариант, пожалуйста, мы готовы рассмотреть. Но я пока вижу это место там, где трасса Владивосток-Москва, проходящая возле Казани, запада-северо-западнее Казани, где она пересекает через мост реку Волга. И вот на северном берегу Волги, недалеко от моста, там есть замечательная пойма, где часто видят НЛО и где, возможно, имеет смысл установить какой-то наблюдательный пункт, и где достаточно просто нам будет встретиться и найти друг друга. Вот в этом месте, я надеюсь, Казань-Космопоиск соорудит какой-то лагерь, костерочек и чай, а мы будем подъезжать на это место, соберемся, опять же, по одному и тому же сценариям. Соберемся, обсудим проблемы, прочитаем доклады, займемся исследованиями. И после этого, я напомню, это последнее в графике полевой съезд. И после этого до Москвы остается вообще рукой подать. От Казани до Москвы, можно сказать, просто один палец по карте. Вот, поэтому, ну, других съездов, наверное, не стоит слишком перегружать. И так перегруженную этими задачами мероприятия. Значит, в дополнение скажу, еще раз повторюсь, что, во-первых, это предварительный план. После того, как я его довел до вас, если я, как бы сказать, получаю в ваших глазах добро, если вам это интересно, если вы, ну, по крайней мере, часть из вас готовы принять в этом участие, то с вашего благословения я помещаю это объявление, эти планы в интернет. То есть до сего момента никто о них не читал нигде. Это официально, так сказать, нигде не объявлялось. После этого я тогда помещаю в интернет. Мы приглашаем людей со стороны, естественно, с определенными правилами. То есть, разумеется, к нам могут теоретически присоединиться любые люди, которые, ну, по крайней мере, согласны с нашими основными правилами, с тем, что в экспедициях у нас сухой закон. Я не знаю, стоит ли нам ужесточать правила. Возможно, если будет общее согласие на это, возможно, я даже объявлю то, что раньше мы никогда не пропагандировали. Может быть, мы объявим о том, что в основную группу этой экспедиции мы возьмем добровольцев только не курящих. То есть мы за здоровый образ жизни. Возможно, еще раз говорю. Ну, по крайней мере, пропагандировать здоровый образ жизни, как бы это святое дело. Может быть, мы будем... Не может быть, я, естественно, обращаюсь к вам, а вы обращаетесь к своим знакомым, знакомым знакомых. Если вы считаете, что эти люди достойны, то они туристы в душе, по крайней мере, славные. Если они не пьют и не совершат каких-то нехороших дел по пути следования, то берите их тоже. Я обращаюсь к автостопщикам, любителям,
Я вам предлагаю, если кто-то из вас знаком с этими самыми автостопщиками, тоже поговорите с ними. Если у вас есть пара для автостопа, замечательно. Если нет пары для автостопа, подумайте, пожалуйста, там, может быть, таковая найдется. Одним словом, чем больше людей, хороших людей, достойных людей примет участие, чем больше мы убедим своей активностью не очень активных жителей Дальнего и Среднего Востока, Сибири и Казахстана, тем, я думаю, основная цель будет лучше достигнута. Значит, в заключение еще скажу еще о некоторых вариантах. Вот тот маршрут, который я вам объяснил, на самом деле, конечно, это не единственный вариант. Это, возможно, самый лучший, но, тем не менее, вариант А не единственный. Есть вариант не очень удобный, тем, что предполагает пересадку на поезде, но, может быть, не менее интересный, потому что этот вариант идет не по Транссибу, а по БАМу. Это вариант передвижения на поезде на одном из, не на одном, а на единственном поезде, который идет из Москвы по БАМу, это поезд Москва-Тында. К сожалению, он не идет дальше, я к моему великому сожалению. И если мы проедем часть маршрута северного, который не пересекается с тем маршрутом, по которому мы будем ехать обратно, ну, тем самым мы просто увеличим количество мест посещенных. Это безусловно, огромный плюс был бы. Я готов на эту авантюру. Ну, это утяжелит наш маршрут, потому что в городе Тында нам придется сделать пересадку. Дальше есть прямой поезд Тында-Владивосток. То есть у нас есть альтернатива. Либо один раз сесть в поезд и выйти из него через 7 дней во Владивостоке и проехать по одному маршруту. Или нам сесть дважды в поезд. Сначала Москва-Тында, потом Тында-Владивосток. Это неудобно, разумеется, безусловно. 5 дней в одном поезде и 2,5 дня в другом поезде. Плюс время ожидания на вокзале в Тынде. Но плюс этого варианта, ну, за вычетом неудобства, в том, что, еще раз говорю, больше, посещаем больше городов. Например, мы посещаем Тынду, Тайшет, Братск, Северо-Байкальск, то есть вы увидите север Байкала, юг Байкала вы увидите в любом случае на обратном пути, Таксимо, ну и другие славные, малоизвестные наши пункты. Значит, есть еще один вариант, то есть, сами понимаете, я ищу вариант такой, чтобы нам не приходилось дублировать маршрут, дважды проезжать по одной и тому же населенному пункту. Вот один из вариантов, который позволяет это избежать, например, вариант передвижения от Владивостока до Читы через Китай. Значит, вот о котором я упоминал в самом начале, что, возможно, мы проедем и по Китаю, но этот вариант, он замечателен, то есть я двумя руками за него. Но меня смущает, естественно, вот та часть проблем, которая с этим связана, это проблемы с визовые. Если как бы нам удастся для основной массы людей решить этот вопрос, то я проблем не вижу. Если вы готовы через Китай передвигаться любыми средствами, а это не так просто, должен вам сказать, ну, это просто, если вы закончили китайскую школу и владеете в совершенстве языками, то тогда все замечательно. Ну, одним словом, если у нас получается этот вариант, хорошо. Если нет, мы все-таки ориентируемся на план А. Есть еще небольшие замены, о которых я не буду, наверное, для краткости останавливаться особенно. Но еще раз в завершение скажу, что принять участие можно всем желающим, ну, по крайней мере, членам космопоиска без ограничений,
не членам Космопоиска, разумеется, прежде чем поехать на этот маршрут, конечно, как минимум надо с нами познакомиться. Ну, покажитесь нам и расскажи, хотя бы в двух словах расскажите, что, убедите нас, что вы не пьете, а желательно еще не курите, ведете здоровый образ жизни, и вообще вы замечательный парень или замечательная девушка. В этом случае, конечно, мы будем рады вас видеть. То есть нам не требуется от вас каких-то особых условий. Нам, мы не будем требовать того, чтобы вы там считали, придерживались тех же версий, гипотез, что и мы. Ради Бога, так сказать, свобода слова и свобода взглядов на научных, она, так сказать, как и внутри Космопоиска, так и вне Космопоиска, она незыблема. Вы можете, так сказать, вы, я имею в виду ваши знакомые или те, кто нас, меня в этот момент слышат, вы можете, так сказать, рискнуть и принять участие в этой экспедиции, возможно, самой авантюрной и самой интересной экспедиции в вашей жизни. Ну, по крайней мере, вряд ли большинство решится на такую авантюру самостоятельно, а вместе это будет не только увлекательно, но и интересно, и главное, полезно для науки, потому что параллельно мы все-таки больше не свое любопытство удовлетворяем, а выполняем по ходу действия еще и научные задачи. Но я также еще раз повторяю, что любой человек, в том числе и неизвестные нам, могут принять участие на части маршрута. То есть, грубо говоря, если у вас живет тетя где-нибудь в Хабаровске, и вы давно ей обещали побывать у нее в гостях, но все никак не складывалось, то, может быть, это тот самый шанс. Пожалуйста, можете взять на тот же самый поезд, что и мы, в тот же самый вагон вместе с нами. Только доехать не до Владивостока, а до любого пункта, выйти по своим делам к тете, к теще, кому угодно. Никто не будет на вас показывать пальцем, что вы как бы дезертир, ни в коем случае, потому что, ну, вместе будет веселее, вы послушаете доклады, может быть, так сказать, используя для себя, может быть, используя для нас. Пожалуйста, можете, так сказать, даже по своим делам поехать с нами. Можете, это я здесь обращаюсь к жителям не только Москвы, а тем, кто живет восточнее Москвы. Если наш поезд будет проезжать через ваш город, то в принципе я ничего плохого не вижу в том, что вы можете взять из своего города, из Перми, из Нижнего Новгорода, из Екатеринбурга, из любого города. По пути исследования вы можете подсесть на наш поезд, желательно в наш вагон, и, так сказать, дальше продолжить весь этот маршрут с этой точки. Можете наоборот, когда мы будем ехать обратно, вообще не заморачиваясь проблемами с билетами на поезд, вы можете автостопом присоединиться к нам в любой, опять же, точке, начиная от Владивостока и заканчивая, ну, самая западная часть, наверное, Татарстан, вряд ли уже дальше интересно вам, там, начиная с Подмосковья, будет ехать. Одним словом, тут есть всевозможные варианты. Вы можете приехать в любую из этих точек, например, на Байкал или под Новосибирск, особенно если вы живете рядом. Естественно, в Казахстан, если вы живете в Казахстане. Естественно, в Челябинской области, если вы живете близко. В общем, одним словом, здесь любые варианты подходят. Мы, в общем, будем рады видеть вас как на полном маршруте, так и на части. И в заключение я хочу сказать, обращаюсь уже к тем, кто, разумеется, я уверен, есть люди, которые думают о том, что они, конечно, бы очень хотели проехать весь маршрут, но встает вопрос теперь, как? Значит, для этого, в общем-то, нужно, конечно, с одной стороны, немного, по деньгам, я уже сказал, цена, да, о цене на поезд. Наверняка, конечно, она слегка повысится, ну, может быть, не очень слегка, может быть, сильно повысится, но по цене этого года,
билет на поезд Москва-Владивосток на этот поезд, плацкартный, я говорю только о плацкарте, не о купейных, общих там нет, конечно, в этом, в этом поезде, цена варьировалась от 5 до 7 тысяч, там, 7,5 тысяч рублей. Значит, ну, естественно, мы будем исходить по верхней планке, пусть 7-8 тысяч. Значит, то есть, иными словами, вам надо, соответственно, те, кто принимает участие в полной части этого маршрута, вам нужно билеты, вам нужно деньги на билеты на весь этот маршрут, ну, или на часть, если вы едете часть, порядка 5-7 тысяч. Деньги на еду на месяц, полтора-два месяца передвижения автостопом. Естественно, еду в сам поезд, это тоже понятно. Цену, стоимость еды в придорожных кафе, в магазинах на месяц вперед, я думаю, вы тоже можете оценить. Это тоже примерно такая же сумма. То есть в общей сложности... Я оцениваю денежные траты на одного человека, вот на всю эту экспедицию, на полтора-два месяца, примерно в 12-14, ну, примерно такого порядка тысяч рублей. Значит, это первое условие, которое требуется для людей, которые весь маршрут едут. Те, которые там небольшую часть, пусть считают деньги сами. Второе такое пожелание, может быть, не условие, но пожелание. Я догадываюсь, что части людей может надоесть или там, по каким-то соображениям здоровья или еще по каким-то соображениям захочется, ну, устанут, просто элементарно устанут. Все-таки 20 тысяч километров, вы извините, это половина кругосветки, то есть половина... экватора. Это очень много, и кто-то действительно может устать. Ну, плюс, огромный плюс в данном ситуации, вы все-таки будете находиться не в дремучей тайге, а на дороге, и если вы доберетесь до ближайшей станции, я в этом убежден, это несложно, железная дорога везде там будет близко по маршруту следования. Но чтобы вам доехать домой, у вас есть только два варианта. Либо имейте при себе НЗ деньги для того, чтобы купить билет до дома, чтобы наконец приехать к мамочке и сказать: больше я никогда в такие авантюры не буду принимать участие и больше я никогда из дома не выйду. Ну, для этого нужны деньги на билет. Либо, если у вас денег на билет не будет, а желание автостопом исчезнет, остается другой вариант — добираться электричками. Но этот вариант очень тяжелый морально. Добраться можно, есть немало людей, которые добирались, но это будет, честно говоря, не менее трудоемкая задача, чем автостопом. Но тем не менее это реально. То есть это как запасной вариант, он годится. Но в любом случае, разумеется, я бы хотел, чтобы ехали люди, отдающие себе отчет в трудности этого мероприятия. Если вы не уверены, если вы уверены в себе, значит, начнем загибать пальцы. Если вы хотите, если у вас огромное желание, которое пересиливает все сложности, которые вам предстоит. Второе, если у вас есть время, возможности вот для этого, то есть время, я уже сказал, порядка полутора-двух месяцев. Третье, если у вас есть энная сумма денег на билеты и питание, порядка там 12-14 тысяч. Третье, если у вас есть пара, с которой... Или вы найдете пару, с которой вы пройдете весь этот маршрут. Не переругаетесь с этой парой, потому что это жесткое психологическое испытание. Потому что вам предстоит пройти через трудности. Наверняка будут неудачи и захочется поругаться. Потому что вы будете уверены, что все неудачи из-за вашего партнера, который... Ну и так далее.
Вот, то есть, иными словами, если есть такой партнер или партнерша, это уже хорошо. Если этого партнера нет, есть, конечно, вариант найти его срочно. И тоже, так сказать, вариант, но допустим, я... То есть, если все эти условия соблюдаются, я буду рад вас видеть, и чем больше будет людей принимать участие, поверьте, тем я больше буду рад. Вот, при условии, конечно, что вы, ну, хотя бы надеетесь, что у вас хватит терпения не дезертировать на полпути. Если устанете, ничего страшного, лучше, так сказать, садитесь на поезд и езжайте домой. Ну, как бы проблемой у нас не будет одной меньше. Все-таки это лучше, чем, ну, не знаю, там, закопать вас где-нибудь в Сибири и сказать, что так и было, да. В общем, конечно, нам нужны выносливые люди. Значит, ну, если, предположим, вот все эти, какой-то из этих пунктов вам не удалось соблюсти, если денег не хватило на билет до Владивостока, а только, так сказать, там, до Байкала, допустим. Если времени не хватило, потому что вас отпускают только на месяц, а не на два, как хотелось бы, и так далее. Если у вас нет партнера или для автостопа, или у вас нет уверенности, или так далеко у вас терпения не хватит. Я, кстати говоря, я не хочу никого унизить и смеяться, если кто-то вот с полпути свернет, потому что 10 тысяч, ну 20 тысяч в общей сложности, это очень много. Поверьте, это для профессионала-автостопщика с огромным опытом. Это, так сказать, нехилая задача. А для любителя это просто вот экзамен на выживание. И я больше скажу, те, кто доедет до Москвы, этому человеку можно смело вручать медаль звания великого сталкера, великого путешественника, вне всякого сомнения. То есть вне зависимости от его прошлых и будущих заслуг. Потому что всего того, что он увидит, во-первых, вынесет на себе, во-вторых, всего того, что он увидит, этого будет больше, чем многие-многие его коллеги, там, не покидающие Московской области за долгие годы. Вот. Но тем не менее, допустим, у вас нет возможности проехать весь маршрут. Ничего страшного в этом не вижу. Например, я таким людям предлагаю. То есть, вот, допустим, есть какая-то девушка, которая, у которой нет пары, которая боится в такую авантюру пускаться. Потому что ехать придется по сибирским страшным дорогам с медведями и разбойниками. Если такова есть, ничего страшного не вижу. Например, эта девушка, ну, девушки, конечно, наверное, их будет не одна, могут с нами поездом доехать до Байкала, выйти там, пройти несколько сотен метров до берега Байкала. То есть там недалеко от вокзала, ну, например, на станции Слюдянка, разбить там лагерь, то есть поставить палатки. Ну, можно раз в день ходить за хлебом в ближайший поселок, это тоже, так сказать, не страшно. И пожить на Байкале недельку-другую, глядя на славное озеро, священное озеро Великий Байкал, над которым, кстати говоря, вот вам задача, если вы уфолог, поговаривают, разное летает. Из космоса видят в воде Байкала весьма странные круги, шары, круги, непонятные явления, НЛО. Вот что называется задача для исследователя. Вы можете там пожить, пить воду из Байкала, ходить за чистым горячим хлебом в ближайший поселок, наслаждаться природой, считать десятками пачками пролетающие НЛО,
и вообще, так сказать, радоваться жизни, не заморачиваться на грязных пыльных КАМАЗах по разбитым сибирским дальневосточным дорогам. В это время очумелые, уставшие, проклявшие все и вся, и того, кто придумал всю эту затею, люди доберутся до вас уставшими с Дальнего Востока, а вы будете, так сказать, бодрые, угощать приезжающих к ним на Байкал водой. Водой из озера, душистым чаем, настоянным на горных травах, произрастающих в этом регионе. То есть, а после этого можете ехать вместе со всеми на восток, дальше дорога пойдет попроще. Я могу сказать, участок дороги от Хабаровска до Читы самый страшный. Вот, дальше, так сказать, проще, но даже это вам не обязательно. Вы можете, в принципе, с Байкала повернуть обратно. Для кого-то и на Байкале за счастье побывать. Тоже, так сказать, вариант. К слову сказать, вы в этом случае впишетесь легко в любой, даже самый маленький отпуск. Что еще я хотел сказать об этом замечательном, увлекательном мероприятии? То, что, наверное... Его главная прелесть в том, что рано или поздно он закончится, и вы, поверьте мне, вот мне так кажется, вы будете всю оставшуюся жизнь вспоминать это мероприятие, потому что при этом приговаривая внукам, но чтобы они никогда это не повторяли. Вот, но наверное, оно того стоит. И в заключение. Значит, если это получится, ну, я убежден, что если, ну, конца света не будет, если войны не будет, в этом я не очень убежден, если не будет других страшных вещей, скорее всего, нам удастся весь этот маршрут сделать, может быть, не весь, может быть, частично, может быть, нам его придется слегка видоизменить. Вот, но если это понравится идея, то на следующий уже 2013 год я предлагаю, ну это, естественно, я пока в двух словах об этом скажу, как бы не столь подробно. Если людям понравится, поехать в другом направлении. Если до этого я вам показывал, как космопоиск выдвигался на запад от Урала и до Атлантики. Сейчас я вам говорю о великом броске на восток от Москвы до Владивостока и обратно до Москвы, а потом до Питера и до острова Буян, то на следующий год, как вы понимаете, каждый год на Владивосток мы не будем ездить, конечно. Если там не будет срочной задачи, если будет, все, бросаем, едем. Если не будет, то тогда на следующий год, если эта идея понравится, если вы, у вас мозоли на потертых ногах к тому времени пройдут, если вы перестанете на меня ругаться, что я вас втянул в эту авантюру, и снова захочется взять на проклятый вами и заброшенный на антресоль рюкзак, то тогда на следующий год мы поедем по другому маршруту, тоже примерно по такой же схеме, только уже не на восток, а на север или на юг. Или, ну, в общем, одним словом, мы это обсудим, но позже. Вот, на этой оптимистической ноте я заканчиваю как бы говорить. У меня будет еще несколько вещей касательных... Но они уже, так сказать, без записи, и это будет уже между нами уже в другом режиме. Если есть вопросы, я готов ответить. Вадим, а вот что-то на этом маршруте нет Дальнегорска. Значит, объясняю. Значит, мест аномальных, замечательных в нашей стране огромное количество. Я был бы рад посетить их тоже. Дальнегорск, он действительно в стороне. Там некоторые из присутствующих были, там был я, там был Вася Довгашей, еще некоторые наши товарищи. Ну, Араку, которого сейчас нету. Которого я с собой взял, ну, неважно. Но, одним словом, есть много мест, куда хотел бы я попасть.
Но в данном случае мне пришлось из этих мест отсеивать то, что находится далеко от трассы. Если, как в одном из мест в Лазаревской, если есть на месте кто-то, кто может нас на машине всех собрать и перевезти, я двумя руками за. Если нет, то я ориентируюсь только на те места, которые, до которых легко дойти от трассы пешком. К сожалению, Дальнегорск находится в сторону от трассы, причем на несколько сотен километров. Еще вопрос есть? Окончательный вариант маршрута уже к майским, да, будет? Ну, скажем так, в принципе, мы вольны сами, над нами начальства нет, мы вольны сами слегка где-то изменять маршрут. Но поскольку все даты всех встреч будут жестко увязаны друг с другом, потому что организаторы, здесь ведь много организаторов полевых встреч, я говорю о тех встречах, которые по пути обратно будут происходить. Поскольку в случае задержки, то есть поскольку переносы дат здесь исключены, поэтому нам надо до отправления жестко установить даты встречи во всех местах. Естественно, с какой-то вилкой. То есть есть какое-то время час че, время встречи, но кто-то приезжает чуть раньше, кто-то приезжает чуть позже, но все как бы стараются попасть вот в это время че. Если кто-то совсем опаздывает, это, так сказать, уже его проблемы, и он может проехать мимо в надежде успеть на следующую встречу, но это уже второй вопрос. Так вот, поскольку вот этот график нам надо вывесить, ну, в идеале за месяц до отправления. Поскольку билеты мы должны купить за полтора месяца до отправления, это означает, что кардинальные изменения после вывешивания графика исключены. Если мы одно изменим, потянется изменение все остальные. Если изменения небольшие, если они не влекут... как бы сказать, цепочки изменений за собой, то ничего страшного. Ну, я сказал, есть пункты, где как бы не обязательные для встречи. То есть можно проехать. Которые можно и проехать. Можно проехать, можно заехать. То есть какие-то легкие изменения по ходу у нас будут обязательно. Ну, потому что сюрпризов, я вам гарантирую, сюрпризы будут. Например, на одной станции мне сказали... На одной из станций Транссиба, забыл ее название, но не буду рекламировать, продают, прямо к поезду выходят, к этому поезду, о котором идет речь, продают эти браконьеры дешевую красную икру. Ну, когда вы еще ложками будете кушать красную икру? Вот, поэтому, так сказать, сюрпризы будут обязательно. Будут изменения из-за погоды, из-за того, что местные жители что-то подскажут обязательно. Вы будете ехать с водителями, с местными жителями общаться. Они вам что-то будут рассказывать, показывать. Поэтому, разумеется, мы будем действовать по обстановке. Но основной график ломать нельзя. Вот что я хотел сказать. Но это нельзя ломать после того, как вы купили билеты. До этого момента принимаются любые предложения. А там есть только мелкие всякие изменения. Да. До покупки билетов возможны любые крупные изменения. После покупки билетов возможны только мелкие. Еще вопросы есть? Так, ну выезжаем все из Москвы, соответственно, из одного пункта. Сейчас, извини, отвечу на вопрос. Не, ну разумеется, те, кто живет западнее Москвы, допустим, из Питера, конечно, вы приезжаете в Москву. Потому что поезда Питер-Владивосток нету, к сожалению. Потому что, наверное, это было бы, чем дальше маршрут, тем интереснее было бы. Вот, поэтому основная масса, то есть как вы доберетесь до Москвы, понятно, это ваше дело. Вот, основная масса, вот предположим, если ты едешь, твоя задача дать номер твоего паспорта и деньги, ну, более чем за полтора месяца до отправления.
Здесь я или кто-то ответственный человек собирает эти деньги, данные паспортов, и берет билеты на там, 5, 10, 20, ну сколько человек будет вместе. Значит, все остальные, это я говорил о тех, кто в Москве или западнее Москвы, ну или севернее, восточнее, южнее. Те, кто восточнее Москвы, ну, допустим, там, где Транссиб проходит, конечно, им смысла нет. Ну, нет, если они хотят, ради бога, я-то не против. Они будут подсоединяться. Но мне кажется более разумным им сесть по пути следования. Например, для башкирцев, для башкир, тех, кто проживает в Башкирии, вот я разговаривал, я им предлагал, поезд не проходит через Башкирию, но вам гораздо ближе доехать до Екатеринбурга. Вы выиграете 2 дня пути, ну, наверное, по деньгам выиграете. Ну, может быть, по впечатлениям вы проиграете, но, по крайней мере, вы можете присоединиться в Екатеринбурге. То есть, короче говоря, в принципе, у вас возможны любые варианты. Если у тебя, ну, я, конечно, фантазирую, если у тебя тетя где-нибудь там живет в Чите, ты можешь сама поехать в Читу, потом нас там дождаться, сесть и поехать там по своим, и вместе с нами. Или наоборот, из Москвы до Читы. Или до любого города. То есть, короче говоря, любой вариант годится. Машинный, стопный такой же. Да. Еще вопрос. Сафронов, ты что-то хотел значит, задать? Это не вопрос, это скорее предложение. Дело в том, что вот мне тут вчера позвонил человек один, который участвовал с нами в экспедициях космопоиска в пещеры. Значит, он, его зовут Борис, он ездит автостопом, имеет достаточно большой опыт, в том числе за границей, там, по таким странам, как Индия, например. Вот этим летом он был в Китае, а также вокруг Байкала. Вот, прекрасно. Он 24 декабря, значит, ну, меня пригласил, он у Антона Кротова на его квартире читает доклад, ну, вот, об этом путешествии. Да, вот, да. Значит, здесь предложение, собственно, вот какое. Значит, человек, который может дать свежую информацию вот по районам Сибири, вот, в частности, вокруг Байкала, вот, и, значит, по Китаю. Вот, то есть это, я думаю, было бы интересно. Другое дело, что так как всей толпой, допустим, Кротову сбуриться невозможно, но... Да, там в трехкомнатной квартире 60 человек набивается. Да, там набивается много, вот. То есть я как бы в числе приглашенных, вот, ну, Борис меня лично... Да, Борис меня лично пригласил, но это скорее обращение к Вадиму. Если, допустим, ты свяжешься с Антоном Кротовым, вот, допустим, на какие-то там, допустим, собрания у него, когда, ну, конкретные люди, допустим, будут выступать хорошо. Там по путешествиям именно по районам Андрей, Сибири, можете Дальнего прервать? Востока. Просто мы этот вопрос обсуждали, и я извиняюсь, что тебя прерываю. Значит, возможны любые варианты, сразу говорю. Вариант, мы приглашаем Кротова или этого замечательного путешественника к нам. И, кстати, да, я могу еще лично, значит, лично с ним переговорить, да, допустим, да. Значит, чтобы не только он у Кротова прочитал доклад, да. А, например, в «Космопоиске». Замечательно. В один из понедельников. Очень будет в тему. Свяжется, и мы договоримся на конкретную дату. Второй вариант. Ты будешь у Кротова. Будет возможность, ты упомяни про этот проект. Среди собравшихся там собираются в тусовке люди, автостопщики. Пожалуйста, так сказать, мы готовы их принять. Мало того, я вам лучше скажу... в письменном виде тогда. Ну, ладно, не будем бюрократами. Хотя они там не любители формальности, мы тоже. Равно, как бы... Я вам скажу честно, я уже с Кротовым связался на этот счет. Предложил тоже участвовать в этом проекте, но он говорить не может, потому что вы будете смеяться, но все лето он будет находиться как раз на середине нашего маршрута, в Красноярске. Вот, он, ну и если как бы получится, он нас, надеюсь, подойдет к поезду, встретит по пути туда,
и, может быть, на трассе встретит по пути обратно. Это будет ровно посредине маршрута. Красноярск. Кстати говоря, в Красноярске я надеюсь оказаться 21 ноября этого месяца. Вот, там будет несколько встреч, связанных с Космопоиском в том числе. И в том числе с этим проектом. Так что Красноярск у нас ключевое такое место. Полпути, что называется. Вот, третий вариант. Первый вариант. Приглашай докладчиков к нам. Можешь от своего лица, можешь от моего лица, можешь от нашего общего, так сказать, лица. Приглашай Кротова, к которому мы хорошо относимся. Приглашай вот этого замечательного путешественника, я его знаю заочно. Второй вариант. Пожалуйста, проводи там агитацию, смотри сам людей, кто хочет, пожалуйста, пусть присоединяется. Второй такой возможности у них вряд ли будет. Третий вариант. Может быть, кто-то из нас, может быть, я это, так сказать, не исключаю, может быть, кто-то из присутствующих, может быть, ты сам прочитай там доклад. У нас есть, так сказать, о чем этим людям почитать тоже доклады, послушать их и им дать послушать. Вот, и помимо докладов о прошлых успехов, естественно, я вас прошу, упоминайте вот об этом будущем проекте. Пожалуйста, приглашайте. Вот. К слову сказать, эта идея пришла уже не только тебе, ну, я не буду говорить кому, в общем, кое-кто туда тоже собрался именно с такой целью, найти пару, ну, чтобы поехать. Не, просто это попутно получилось, это самая свежая информация, этот человек мне конкретно вчера позвонил. Ну, замечательно. Еще есть вопросы? По поводу Китая тоже надо это заранее. По поводу Китая, сразу говорю, сейчас вариант с Китаем... Очень, ну, он мне нравится, во-первых, конечно, но больше, чем мне, он нравится Насте Лебедевой. Вот, но я воспользовался тем, что ей нравится больше, и попросил ее, ну, раз тебе нравится, давай ты будешь ответственно, собирай всю информацию, собирай об условиях визы и так далее, и тому подобное. То есть, иными словами, проект очень глобальный, поэтому... Если кто-то в нем принимает участие, я очень попросил бы вас взять на себя хоть какую-то часть, так сказать, усилий по планированию этого. Приглашайте людей, созванивайтесь, там, списывайтесь. Если знаете, и даже если не знаете знакомых в этих городах, тоже, так сказать, присоединяйте их. Одним словом, тут найдется для всех работенки немало. Вот, одним словом, про Китай. Мы этот вопрос, естественно, до отправления решим. Скорее всего, ну, если мы пойдем по простому пути, мы в Китай не заезжаем. Максимум, ну, вот Настя тоже предлагала, раз уж мы будем на Дальнем Востоке, а там практикуется однодневное посещение Китая, ну, платное, разумеется, оно действует по упрощенной схеме, я сейчас не буду утверждать там, какие документы нужны, какие не нужны, как бы это мелочи. Но, тем не менее, можно там за какие-то, там, не буду говорить, за сколько тысяч рублей, ну, немножко, это... достаточно дешевое удовольствие, можно посетить Китай. Правда, с одной но, это все-таки, так сказать, заскочил-выскочил, там, однодневное. Вот, поэтому, ну, с другой стороны, кому-то такая экзотика тоже покажется интересной. Я-то хотел проехать по северу Китая и срезать угол из Владивостока, приехать сразу в Читу. Это, так сказать... Поверьте, это вы увидите гораздо больше, через проехав через Харбин, чем просто заехав, пересекая границу и заезжая, ну, куда там можно пойти, только на рынки китайские, в музеи вряд ли. Скорее всего, в таких пунктах музеи не возят. Ну да, да. Однодневного тоже ведь виза нужна? По-моему, нет. Там все это на границе решается, бизнес, все проблемы. Значит, я попутно скажу еще одну вещь. Значит, если у вас есть идеи по маршруту, идеи принимаются, обсуждаются,
Если у вас есть идеи по самому разнообразному спонсорству, ну, к примеру, если у вас есть идеи, вот давайте обратимся в фирму-производителя автомобилей корейских, японских, китайских, и проедем на этих автомобилях весь этот замечательный маршрут. Кстати, проезжая на автомобилях, у нас будет больше возможности сворачивать в сторону. Не вижу здесь ничего как бы невозможного в этом варианте. Или иные какие-то спонсорские идеи. Если спонсор возьмет на себя все или часть расходов. Или идеи привлечь какие-то газеты, телевидение к этому проекту. Пожалуйста, это тоже принимается. Точно так же принимаются идеи технического плана. Что использовать нового вот в такой акции, во многом тоже новой. Никто подобного не делал. Ну, есть отдельные, так сказать, вольные путешественники, которые проезжали от Владивостока до Москвы или обратно. Есть такие, мы будем не первыми. Но такого рода акцию с массовым не просто автостопом, а с серией, каскадом экспедиций и встреч никто никогда не проводил. Поэтому, что называется, давайте и другие новшества вводить. Вот не далее, чем как присутствующий здесь Василий предложил очень замечательную идею, которая мне понравилась. Я очень надеюсь, что она получится, ее получится технически реализовать. Ну, захочет он потом расскажет, но я в двух словах скажу. Идея заключается в том, что дать либо каждому участнику, либо одному из участников в каждой паре дать трекер GPS-ный, который позволяет прочертить и отслеживать на компьютере, в интернете маршрут каждого участника или каждой пары. И на карте, вот то, что я показываю большую карту, это будет примерно так выглядит. Пара номер один добралась уже до города Н, пара номер два их обогнала на 200 километров, пара номер три отстает на 500 километров, а пара номер четыре вообще, так сказать, куда-то исчезла. Вот. Ну, это будет, с одной стороны, как бы увлекательно, с другой стороны, это еще и, ну, я не говорю про спортивный интерес, кто быстрее, это еще и безопасность, потому что, не дай бог, кто-то пропадет, ну, по крайней мере, будет как отслеживать. Разумеется, к слову сказать, системы связи, мобильные телефоны, смс-ки, как общаться, экономия время и заряд телефона. Все это мы обсудим, этому будет время. Но в данном случае, я еще раз говорю, я упомянул об этом, об этой идее Василия. Ну, мне она показалась очень замечательной. Да, замечательной. И я надеюсь, производителям этих трекеров это тоже будет, так сказать, интересно увидеть вот воочию это, так сказать, дело их рук. А нам, соответственно, тоже интересно будет, конечно, и для безопасности, и для других целей. У каждой пары должны быть обязательно GPS-ник. Это как бы... Ну, про GPS я вам так скажу, это желательно, но не обязательно, потому что заблудиться на трассе, ну, почти невозможно, потому что в любом месте, где вы будете, или почти в любом, когда вы выходите на трассу, вы будете знать, ага, вот он юг, значит, Владивосток туда, Москва туда. Перепутать сложно. Ладно, еще есть вопросы? Значит, если вопросов нет, тогда можно заканчивать официальную часть и несколько попить чай, и я скажу несколько фраз уже не для камеры, а вам лично. Тогда всем спасибо за внимание. Все, еду.